Начинаем обзор продуктов, то есть фруктов и овощей на базаре. А также я хочу показать вам, что я здесь приготовила. Это тесто замесила на чебуреке. Ну да, это будут уже не чебуреки, а просто мне понравилось само тесто. Я его завернула в пленочку, накрыла полотенечком, и оно ждет своего часа. Так, мои дорогие, самое основное покажу вам. Бананы сегодня по 10 лир, помидоры 10, вот такая капуста 5 лир, лимоны по 5 лир, эти портукал, апельсины 5 лир, яблоки сегодня по 8 лир. Картофель сегодня 7,5. Посмотрите, 7,5. И тут Светлана уже начала выращивать свой зеленый лук. Также капуста, не знаю, сколько стоит. Ну, вот такой вот сегодня у нас